Село Новые Верхисы – это один из главных социальных, культурных и спортивных центров региона. На малой родине первого главы Мордовии и экс-губернатора Самарской области Николая Меркушкина ежегодно проходит несколько крупных мероприятий. В их числе турнир по мини-футболу, который проводится с 2016 года. После открытия местного социального центра новый спортивный зал, особенно в зимнее время, никогда не пустует. Днем здесь проводят свои занятия школьники, вечером занимаются спортивные секции. Также в Новых Верхисах свои домашние матчи в рамках республиканского чемпионата играет главная команда района. Спортзал всегда открыт. И вечером играют, проводят с малыми ребятишками, со школьниками. Вот эти матчи вот по футболу, по мини-футболу, то есть они проводятся регулярно. То есть все мероприятия, даже школьные, они проводятся в этом спортзале. В первом турнире по мини-футболу принимали участие коллективы только Инсарского района. В 2019 году четвертые соревнования на призы почетного гражданина Мордовии, специального представителя президента Российской Федерации по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов стали республиканскими. В этом году в них приняли участие 8 коллективов из 4 районов Мордовии – Инсарского, Ковылкинского, Кадошкинского и Атяшевского. Уровень команд заметно вырос. Это наглядно видно по красивым голам, которые забивают участники соревнований. Хорошо здесь, и как бы зал хороший, организация очень хорошая, да. Призы и денежные, и награждаются лучших игроков. Победители этого турнира получают переходящий кубок чемпионов. В прошлом году он достался футболистам ДЮСШ номер 1 из Инсара. Однако в этот раз конкуренция значительно выше. И по мнению капитана, оставить у себя трофей еще на год инсарцам будет очень непросто. Потому что родина Николая Ивановича, мы как бы думаем, что здесь такие турниры должны быть. И мы рады, что здесь такие турниры проводятся. Потому что чем сильнее турниры, тем больше практики у молодежи. Больше мотивации прибавлять в мастерстве. На первом этапе 8 команд-участниц турнира были поделены на 2 группы. По 2 лучших коллектива по итогам отборочной стадии прошли в полуфинал. Победители 1-2 сыграли в финале, а проигравшие в матче за бронзовые медали. В итоге чемпионами стали представители Атяшева, им достался переходящий кубок победителя. Серебро у футболистов из Кадошкина. Бронзовые медали завоевали прошлогодние чемпионы, команда ДЮШ номер 1 из Инсарского района. Лучшими в своих амплуа были признаны вратарь из Кадошкина Андрей Хохлов, защитник из Инсара Сергей Душутин и нападающий Атяшева Александр Василькин. Все победители и призеры, помимо наград, получили денежные призы. Планируем все больше команд приглашать, повышать уровень и спортсменов, и нашего турнира. Ну, я уже сказал, что из года в год растет. Зал прекрасен для проведения таких соревнований. Не каждый районный центр может похвастаться таким залом. Мы проводим здесь и чемпионат Мордовии по мини-футболу, принимаем домашние матчи. Ну и занимаются дети. Зал загружен на 100% мощность. Он работает и по вечерам, и в дневное время суток. Любой желающий может прийти и позаниматься любым видом спорта. В следующем году футболистам из Атяшева предстоит защищать завоеванный трофей. Нет сомнений, что претендовать на кубок будут и другие районы, а возможно и регионы. В планах у организаторов сделать турнир всероссийским.